ну, такого безграмотного, значит, выступления я вообще никогда не слышал. Все в одну кучу свалил. В огороде Бузина, в Киеве дядька. Венгры долго не могли понять, чему опасаются люди, которые выступают против строительства? Ведь производство ман не представляет никакой опасности для экологии. We have to say that the technology we are going to use here in Tatnef is for sure the most advanced technology for maleic anhydride production worldwide. The environmental impact is very low, because it's low in emission of CO2. В Советском Союзе планировали, не было такого, чтобы в одном регионе, вот юго-восток Татарстана, да, Альметьевск, чтобы добывали сероводородосодержащую нефть, сернистую нефть, и даже строили газонефтехимию. Не было такого. Развитие научно-технического прогресса, веяние времени, поступательное движение науки вперед требует, чтобы промышленность осваивала новые технологии. И раз это вещество требуется, раз оно необходимо, значит, его нужно производить. Я не знаю, как она будет смотреть в глаза своим ученикам. У меня, знаете, сердце колотится, что давайте все новое. Но не там же, где мы на пороховой бочке, где радиация от Земли, мы в том году замеряли Землю. Вот кто из вас, вот, проверили, по той земле, по которой мы ходим, там же радиация на уровне метра к этим уже зашкаливает верхние границы. И вы еще хотите здесь устроить этот завод? Ее же трясет, значит, она боится. Значит, какие там к черту, значит, какая там радиация? Какая может быть в газе радиация? Не может быть никакой радиации в газе. Значит, радиации в газе нет. Не может быть. Вы меня послушайте. Ну, разве можно вот так, значит, Югис, доводить людей? Вот так вот, ложью. Значит, вы же говорите абсолютно неправильно. Абсолютно безграмотно. А вам можно